13-е письмо к Олимпиаде. Наконец мы едва-едва перевели дыхание, придя в Кукус, откуда и посылаем письмо. Наконец-то едва-едва увидели свет, избавившись от дыма и облака разных бедствий, постигших нас на пути. Теперь, когда скорби миновали, рассказываем о них твоему благочестию. Я не желал этого сделать в то время, когда находился в них, чтобы особенно не опечалить тебя. Почти все 30 дней, а то и больше, я боролся с жесточайшими лихорадками и в таком состоянии шел этим длинным и трудным путем, будучи осаждаем и другими тяжкими болезнями, происходящими от желудка. Представь, что отсюда происходило, когда не было ни врачей, ни бань, ни необходимых вещей, ни других удобств, когда отовсюду осаждал нас страх перед исаврянами и остальные бедствия, какие обычно рождают неудобства дорог, забота, беспокойство, уныние, отсутствие тех, кто услуживал бы. А теперь все это кончилось. Придя в Кукус, мы сбросили с себя и остатки всякой болезни и находимся в безукоризненнейшем здоровье, равно как освободились от страха перед исаврянами, так как здесь есть много воинов, которые вполне приготовлены к бою с ними. Отовсюду к нам в обилии притекают необходимые вещи, так как все принимают нас со всякой любовью, хотя местность чрезвычайно пустынна. Но здесь случайно оказался господин мой Диаскор, который и отправил с этой целью в Кесарию своего слугу, приглашая и прося не предпочесть его дому другого. Тоже делали очень многие и другие, но я счел необходимым предпочесть этого остальным, и мы остановились в его доме. Он делается для нас всем, так что мы постоянно даже упрекаем его из-за большой его щедрости и довольства, которое он желает доставить нам. Так из-за нас он даже удалился жить в поместье, чтобы всячески услужить нам и устраивать нам жилище, удобное для зимы, совершая и предпринимая все ради этого дела. И вообще, в услугах относительно меня нет никакого недостатка. Многие другие поверенные экономы, получив письменные приказания от своих господ, постоянно являются готовы всячески успокоить нас. Обо всем этом я сказал тебе. И одно более ранее я оплакал, а другое приятно изложил, чтобы кто-нибудь необдуманно не перевел нас отсюда. Если в самом деле желающий оказать нам милость предоставит на вашу волю быть там, где мы желаем, и не задумывает назначить нам опять другое место, какое сами пожелают, то прими эту милость. Если же они, насильно переселяя нас отсюда, намерены послать нас в другое место, и нам будет предстоять опять дорога, опять путешествие, то для меня это будет весьма тяжело. Во-первых, надо бояться, чтобы они как-нибудь не послали нас в более отдаленную или в более неприятную местность. А потом надо знать, что путешествование для меня тяжелее бесчисленных изгнаний. Трудность этого путешествия свела нас к самым вратам смерти. Живя теперь в Кукузе, мы опять собираемся с силами, благодаря постоянному сидению и покою, и при посредстве спокойствия врачуем бедствие, которое случилось с нами в течение продолжительного времени, и наши разбитые кости и страдавшуюся плоть. В тот же самый день, в который явились и мы, пришла и госпожа моя, диакониса Савиниана. По мнению Тельмона, эта диакониса была теткой по отцу святого Иоанна Златоуста, разбитая и страдавшаяся, так как она находится в таком возрасте, когда и двигаться трудно, но юная по усердии и не чувствующая никаких печалей. Она сказала, что готова отправиться даже в Скифию, потому что такая молва была сильна. Когда мы будем отведены туда, она готова, как говорит, никуда больше не возвращаться, а жить там, где будем находиться и мы. И сыны церкви приняли ее с полным расположением и любовью. И господин мой Констанций, богобоязнейший пресвитер, давно здесь был бы. Он даже писал мне, прося, чтобы я позволил ему прийти сюда, так как без моего согласия он не осмелился бы прибыть, хотя и сильно желает этого. И, как говорит, не имеет возможности оставаться там, потому что ищет убежище и скрывается. Столь великие, как говорит он, теснят его бедствия. Итак, прошу, не поступи иначе относительно места моего изгнания. Если же опять попробуешь испытать их намерения, то сама от себя ничего не говори, а сообразно с твоим благоразумием испытай, где они решили поселить меня. Ведь ты можешь сделать это. Если заметишь, что где-нибудь там вблизи, в приморском городе или в Кизике, или поблизости от Никомедии, то прими это.
Если же где-нибудь дальше тех местностей, или дальше настоящего места, или так даже далеко, как и это место, то не соглашайся, потому что для меня это весьма обременительно и тяжело. Здесь мы пока наслаждаемся большим отдыхом, так что и в 2 дня мы могли удалить от себя всю неприятность, происшедшую с нами вследствие дороги.